«Все нужное вместе». В Азербайджане открылся Асан Хидмет. Это новый универсальный центр, в котором работают больше 20 служб. Теперь в одном месте граждане смогут оформить различные документы. Свидетельство о рождении и смерти, удостоверение личности, получить загранпаспорт и даже водительские права. Кроме того, здесь помогут оформить коммерческие сделки и таможенные декларации. Не проблема сделать и вид на жительство для мигрантов. И все это практически даром. За предоставление услуг в Асан Хидмет с населения плата не взимается. Население будет оплачивать только государственную пошлину за выдачу и оформление документов, причем посредством банкоматов. Предусмотрены льготные пошлины для инвалидов и больных людей. И один из важных моментов – никакой бумажной волокиты. Все собрано в одну информационную базу данных. Центр работает до 8 вечера. Помочь готовы и в выходные, и даже в праздничные дни.